Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, а мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Мои ребята получают по уровню, как я посмотрю, 16-17. Наконец-то я своей красаве могу надеть колечко, ради которого она у меня так долго тренировалась. Так, а эта броня у нас, по-моему, фуфлыжная, да? Ну да, 5 уровня. Не годится. А вот это колечко мы, пожалуй, с вами оденем моему лучнику. Магу, я думаю, не стоит одевать, потому что ему что-нибудь на магическую, там, атаку или защиту, а на крит надо лукарю. Так, красава, иди сюда, а ты, лучник, иди-ка сюда. Здесь мы тебе и оденем его. Так, 4000 маны. Кстати, маны у меня много, можно будет, в принципе, изучить заклинание. Жилая комната, это все не то. Монетный двор, лаборатория, это все у нас построено. В ресурсах мы пока не нуждаемся. Так, ну что, давайте-ка с вами, наверное, жилую комнату куда-нибудь здесь впиндякаем. У нас станет сразу сколько, интересно? А, 10 минут надо ждать. А, можно бесплатно? Ну, это хорошо, давайте сделаем бесплатно. Угу. 20 жителей в общем количестве. Это еще, значит, 8 человек я могу принять. Меня это радует, и вполне даже. Ну что? Так, давайте оденем кольцо нашему Матвею. Я вот думаю только одно. Может быть, из него сделать все-таки мага? Или не стоит? Маг у нас один есть. Ну-ка, давайте оденем-ка вот эту броню на него. Да, сила магии 182. И посох 44, нормально. Не, ребят, я думаю, все-таки нифига не нормально. Один маг у нас есть уже. Так что давайте сделаем все-таки, наверное, лучника. И пойдем, наверное, с вами на дракона сходим. Так, какая броня тут у него самая мощная? Вот это вроде бы. И надо посмотреть лук. Лук надо, наверное... Не, это слабенький. Давайте вот этот зелененький глянем. Вот как раз мы его оденем. А, колечко уже надето. Ну все, можно смело отправляться. Надо посмотреть, сколько у нас мощей. Давайте, ребятушки, возвращайтесь обратно. Так, тут мы почистили. Строить мы пока ничего не можем. Тронный зал 240 тысяч. Ну и суммы, а? Это ж сколько мне придется копить на это все? Ну, уму непостижимо. Кухня, монетный двор, лаборатория. Ну, я так понял, что можно будет потом еще по одной постройке сделать, когда у нас будет достаточно денег. Но пока суть даже не в этом. Давайте пойдем на карту. Фуркан. Давайте глянем. Добавим магии, естественно. И посмотрим, что он из себя вообще представляет. 4426. Нет, я думаю, на него нападать не стоит. Хотя есть такой соблазн. Но я не буду. Так, и Сергей у нас, да, там еще. Ну, этот тоже у нас. Я так ориентируюсь по броне. Если уже броня желтая, то значит он уже достаточно мощный. Вот, смотрите. Тоже у него маг, лучник и мечник. Прям как у меня. Ладно, давайте, наверное, попробуем завалить этого нашего любимого дракона. Я, тем более, почти на 1000 его превышаю. По мощам должны, наверное, осилить. И еще у меня две магии есть. Понеслась. Так, дракоша, давай-ка, не бухти здесь. Красава, ты руби там, что есть мощи. Я тебе поставил на уворот. Так что все должно быть у тебя нормалек. Что, половину хп сняли уже?
Блин, красава сейчас рассыпется у меня. И маги с лучником тоже какие-то покоцанные. Не, должны одолеть. Так, ребята, смотрим за процессом боя. Ёлки-палки, на микродозах живем. Есть. Все-таки мы его вздрючили. Так, 2,5 золотых плюс сундук синий. Это, как говорится, самое то, что надо. Глянем, что он нам приготовил. Опа-на, это что за броня у нас такая? Для кого? Оу, для мага. Маг будет у меня, наверное, сейчас очень счастлив. Так, где она? Вот. Ёлки-палки, почти на 400 хп больше. Ну что же, отправляем их, наверное, лечиться. Ну а пока они пополняют здоровье, мы с вами посмотрим свои владения. Соберем везде, глянем, что можно еще влепить. Так, здесь забираем. Вот это, мне кажется, надо улучшить. 45 тысяч. В принципе, мы потянем. Давайте там закончим работу. За один кристалл не столь важно. А здесь, так, 2 часа он будет лепить. Это я делаю для того, чтобы у нас вмещалось больше еды. Еда, как вы знаете, нужна для атак. Арсенал. А что можем сделать с арсеналом? Станет доступно. Огненные руны, ледяные и ядовитые. Пока не знаю, что это значит. Ну, скоро мы узнаем. Так, ты подлечился, иди сюда. Так, красава, давай быстрее там завязывай все руки, перебинтовывай. И нам пора отправляться с вами, ребятушки, знаете куда? На карту. Заказываем магию, чтобы время, как говорится, не зря тратилось. Ага, все, больше нельзя. Так, красава, ты где у меня там? Возвращайся. И начнем потихоньку проходить основные задания. Древняя чаща, да? 3,50. Должны, по идее, порвать. Сейчас еще магию возьмем с собой. И все, и раздеребаним. Там у нас деревья. Даже 3 дерева. Черт подери, мощные гады. Так, ну-ка, маги-лучники, как вы там под усилением? Нормально себя чувствуете? В принципе, даже никакого сопротивления не видим. Замечательно, мне это нравится. Так, ну что этого некроманта? Какого нафиг некроманта? Стрелка скелета завалили. Вообще без проблем. 2000 золотых сундук. Сейчас мы это дело вскроем. И глянем, что нам выпадет. Но я больше уверен, выпадут, как обычно, деньги. Кто бы сомневался. Ладно, немножечко подлечимся и продолжим с вами путь. А что здесь, интересно, можно делать, а? Легендарные предметы. У-ху-ху-ху. Да, ну для них нужны кристаллы, ребята. Необычные, редкие, эпические. И легендарные. Хотел бы я посмотреть на легендарное оружие. Там, наверное, ого, и статы, и атака, будь здоров, будут. Ну, я надеюсь, мы до этого времени доживем. И все сами увидим, сделаем. И посмотрим. Так, красава у меня подлечилась. Давайте-ка продолжим. Хищные ветви. Да, давайте этих ребят тоже раздеребаним. Не слишком ли я самоуверен, а? Да не, должны победить. 6 некромантов. Ого, что-то красаве моей здесь не особо-то хорошо. Так, один фаербол я потратил. Блин, ну нифига. Смотри, что они делают, оживают, что ли? Ну да, они оживляют мертвецов и подхиливают друг друга. Но нет, ребята, мы все-таки их победили. Получаем 2000 сундук. Это как стандартный реорд. Иди лечись. А мы с вами посмотрим, что у нас в этом сундучке. Что-то не пойму я. А, мы сундучок забрали только. И меч. Меч — это хорошо. А в этом у нас деньги. Ну что ж, давайте глянем, что за меч. 130 урон в секунду.
А у моей... Так, по урону он превышает. А вот по статам как-то не ахти. 5% здоровья с 10% шансом. Ну, это вообще ни о чем, ребят. Даже не буду заморачиваться. Фуфло. Честно вам говорю. Так, красава, давай, лечись быстрее. Мне уже не терпится еще сходить. Ну, там, я уже думаю, будет жестко. Так, темные дебри. Хотя... Мы не таких ломали. Кто у меня здоровье не восстановил? Вроде все здоровы. Чего вы мне свистите-то? Ну-ка. Тут полно. Полнёхоник. Все здоровы. Чё они мне заливают? Ладно, пойдемте в темные дебри. Ёлки-палки, эту магию. Надо было сделать им в игре, чтобы автозаполнение было. Ну что, Энд, беги сюда. Буду тебя наяривать. Так, давайте одну магию используем. Так, ну что, довольно неплохо, но фаербол все-таки лучше. Сейчас он упадет. Упал. И теперь этих лучников, смотри-ка, наяривают, а? Шустренько. Отдохни-ка, парнишка. Некогда мне на тебя время тратить. Так, стандартный реворд. И... Деньги. Я больше чем уверен, сейчас выпадут деньги. Опа-на, нет. Выпал меч. 133 и все то же самое, что и на предыдущем. Только на 3 атаки сильнее. Блин, какая-то непруха. Я не знаю. Или эти мечи разбирать мне на кристаллы. Или же оставить их на других своих солдат. А когда они у меня будут, другие солдаты-то? У меня вот эти ребята как шли изначально воинами, троечка это незабвенная, так они до сих пор и идут рука в руку. Я представляю прокачивать заново. Так, 400, 400, 3 каких-то мини-босса получается, да, или босса даже. Я думаю, стоит все-таки попробовать их побить маленько. Короче, будем идти до тех пор, пока не напремся на врага, который действительно сильный. Так, ну-ка глянем. Да, я превышаю. Поехали, ребята. А, сейчас магию, наверное, да? Нет, все нормально. Слушайте, а у меня магия-то есть? Блин, я рванул без магии, а у меня ее и нету. Ух ты, ух ты. 3 лукаря, 3 здоровых лучника. Ничего себе. Смотрите, у ворот работает. У красавы, сейчас бы ее давным-давно уже положили. А так нет, сопротивляется красава. Так, давай, красава. Что-то они ее станят, что ли. Она бьет через раз. Непонятная беда. Так, ну что, остался. Ага, остался у нас один лучник. Мак, ну хорош. Что ты там теребунькаешь, давай бомби его. Сейчас упадет, а. Ну, я думаю, лучник добьет его все-таки. Должен добить. Не будь он там кем, Дмитрием. Так, все, молодец. Молодец, лучник. Хвала тебе. 3000 плюс синий сундук. Давайте-ка глянем, что нам... Разрешите доложить. Ваши воины нанесли ряд серьезных поражений чудовищам и захватили стратегические рубежи, сэр. Ну и... Ходячие деревья удирают с обрубленными ветвями и корнями. Так это же замечательно, Дональд. Это же просто великолепно. Лучше бы они вообще удрали и не встречались мне больше на пути. Мне как-то ближе некроманты, маги и зомби. Так, красава, иди лечись. Ты тоже, родной, полечись у меня. А мы пока посмотрим. О, вот она, долгожданная моя веточка. Так, жуткая преграда. 2000. Ну, это меня пока не интересует. Вот это вот хорошо. Ну, дай что-нибудь путевое, а. Опа, 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 колечко и бронька. Так, раз в некоторое время восстанавливает союзнику 774 здоровья в течение 3 секунд. Это магу, это надо давать магу, чтобы он кастовал. 180 добычи ресурсов в час. А вот это кулинарам. Где у меня кулинары? Так, с луком стоит бедняга вместо поварешки. Ну, если честно, я не хочу ей давать кольцо. Я, наверное, дам
вот этому нашему сенсею, повар-первооснователь, так мы его назовем. Ну что же, эти подлечились у меня, выходим наружу. И что мы там хотели? Броник вроде бы нет. А, какой броник? Там ничего нету. Так, аллея страха. Ёлки-палки, почти вровень идем. Но я думаю, что вряд ли я их одолею. Была бы у меня магия, мы бы, да, еще бы покумекали над этим. Давайте глянем. На соточку он меня превышает. А второго, если прошуршать, Сержио. Так, а тут на 200. Ну, почти там 160. Нет у меня пока желания на них нападать. А ты, Серега? А Серега у нас почти наравне. Ну что, давайте попробуем. Так, понеслась. Так, а что такое-то? Не могу понять, почему так... Ого! Ёлки-палки! У него уже... Я напал на замок, а у него стоит баллиста. Смотрите, вон она штудирует. Ну, такими темпами, да. Я его не победю. Не побежду. Не смогу победить. Печалька, конечно, но а что поделаешь. Похоже, этот замок нам пока не по зубам, сэр. Подождите, пока на карте появятся другие противники, или усильте своих бойцов в казарме. В оружейной, точнее. Хрен там я успокоюсь, блин. Ладно, ребята, я их поставлю на прокачку. Пускай у меня маг и лучник будут прокачиваться. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии. И надерем там им всем зад. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, ребята. Всем пока.